Мы каждый день меняем свою жизнь, потому что мы каждый день совершаем поступки. Когда вы каждый день ходите на работу, на одну и ту же, вы меняете свою жизнь. Потому что в этот день вы могли пойти на другую работу. Когда вы поддерживаете эти отношения, вы меняете свою жизнь в пользу этих отношений. Хотя вы могли бы заводить другие отношения. Или вообще не заводить эти отношения. Каждый день мы совершаем поступок. Ну, как привычное, привычно, удобно. Но что такое когнитивное искажение, недооценка бездействия? Вы вот сегодня встали, вы теоретически имели вообще возможность начать действовать по-другому. Вот в каких-то значимых для вас жизненных обстоятельствах. В профессиональном росте, карьерном росте, взаимодействии с людьми, в близких отношениях, взаимодействии с собственным ребенком. Вы в каждый день делаете себе жизнь. И если вы ничего не меняете, не будьте в иллюзии. Вы меняете только в пользу того варианта, который у вас есть, а не в пользу каких-то других вариантов.